В Индонезии обнаружены обломки российского самолета «Сухой Суперджет 100». Утром 11 мая к месту крушения была направлена эвакуационная команда из 250 спасателей. Также накануне в Джакарту прибыла специальная комиссия по расследованию обстоятельств катастрофы, созданная по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. В комиссию входят глава владельца холдинга «Сухой» и объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян, глава Росавиации Александр Миратько, в РИО руководителя Минпромторга Денис Мантуров и специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Напомним, самолет пропал с экранов радаров в минувшую среду после показательного полета в Джакарте. SSJ-100 выполнял первый в своей истории демонстрационный тур по 6 странам Азии. На борту были 48 человек, среди них граждане 5 стран, включая 8 россиян.